И тут можно выйти, можно зайти. Не, ну вот мы зашли в мельницу. Тут сейчас, конечно, полный, походу, трэш будет. Так, там вот липкие грибы были наверху. Эти липкие цветы. Нельзя. Ну, а на потолке. Ты сейчас залезал. Вот. Да. То есть, если, ну, если есть варик туда-то лететь. Это, скорее всего, с той стороны. Окей. А, о, как ой, крутится, небось. А, нет. Нет, статичные. Но в любом случае вангую, что нам это все надо запустить. Запускать, скорее всего, вот это вот. Угу. Вопрос, надо ли нам это сейчас? Поздно. Не, ну они липкие. Ух, ни хрена себе они. Ничего себе скорость, меня же сейчас тошнит. Фу. Он как полотенце крутится. Нацельтесь с помощью сосочка и нажмите А. Чтобы запустить Орис крутящегося. Тебя еще тут и запускать в космос собрались. О, зато вот так мы можем куда-то попасть. Так, ладно. А что у нас тут? Вот наверху есть это. Ну там опыт. Ой, ой, меня сейчас тошнит. Ой. В потолок надо. Вот в тот потолок. Ой. Не в этот. Ладно, хорошо, давай эту возьмем. А какой еще? Ну нам же все куда-то идти, да. Туда-сюда. Вот туда еще есть, и вот туда что-то видишь, еще. Видишь, нам есть. Как обычно надо попасть наверх. Да понятное дело. Ой, фу. Боже. Ой, господи, мне это так нравится. Меня реально сейчас тошнит. О, голова кружится. Бедный Ори. Уи. Так, сейчас опять что-нибудь начнет крутиться. Окей. Фу. Господи, это, конечно, не дерево гинза, но так тошнотно. Ой. А, там можно держаться. А, тихо. На другой шерсти надо попасть. Так. И вот это тоже типа липкое это самое, но она меняется. Шест. Здесь как будто обвито. Как это вот разломать, интересно. Ой, дома! А почему он в ту сторону? Руда. Тихо. Ну вот, штука, да? Блок. Мне кажется, энергии лука не хватит. А, не, норм. Так, это верхняя начала крутиться. Верхняя она нам сможет на стол подкинуть. Сюда. Не, ну Ори прям эквилибрист, конечно, в этой части. О, мама, это злой. Сая. Ничего себе. Я тебе помахаю, я. Зёпа! Зёпа! Болит! Болит. Ладно. Наверху есть шест, если что. Давай. Два шеста. Так, ладно, он медленный, это хорошо. И еще раз. Ништяк вообще. Мы почти набрали тройной прыжок. О, там еще эти штуки. Тихо. Ой. Так, нет, ну это явно какие-то рычаги где-то. О! А! Ползи! Шевели лапками. Мама мия. Ой, как все жесть-то, мама мия. Так. Тых. А тых, как туда-то тых, долететь? Сейчас. Тых. Тых. Тых.
Не успел. А, успел. Нормально, нормально. Рунда. Это какая? Четвертая. Да, мы сможем домики сделать. Нет, домик Моки потом. Сначала нужно избавиться от лозы. У меня сейчас другая проблема. Как обратно? Да. А я вот тоже не знаю. А мы вообще долетим? Так, это тупичок. Крути, крути, крути! Стоп. Да. Такой прям бельчонок. Слушай, случайно схватишься за какую-нибудь лиану и тебя вниз на это попытаются уже поджарить жизнь. Да. Там был шест справа. Ну, да, я видел. Слева тоже тростинка, но она в этих, в шипах на конце. Так. Система не Я сам проверю здесь. Ну здесь я наверх никак рычаг не поднимусь. А я не, нет, а не знаю, как до него добраться. И мобов никаких и нет. И мобов нет, да. И фонариков нет, и ничего нет. Да, что-то. Ой. Это что сейчас было? Кажется, ты кого-то подстрелил. Так. А вот это вот я типа должен вот как-то вот сделать. Я вот не очень понимаю. Может быть, вот эти штуки надо как-то бить? А... Не. Не бьются они, да? ХП у них нет. Ну не крутится нифига. Может быть это типа потом? Помнишь, внизу мы одну штуку не запустили. Какую? Внизу. Не помню. О. Просто понимаешь, я не очень понимаю, все ли вот эти штуки должны вращаться, например. Что видишь, тут какие-то все в лозах вот этих каких-то. Вот ты можешь вот сюда встать? Нельзя ее там продамажить. Хотя эту-то мы запустили. О! Вот. Вот это, например, не крутится. Я не очень понимаю, должна она крутиться, не должна. Видишь? Хотя она тоже выглядит какой-то такой капитальной. Нижняя центральная, да, вот это тоже не крутится. Угу. Надо их запускать, не надо, я не понимаю. А, или как раз это крутится, та не крутится повыше, которая. Энергию можно взять. Ну, снизу, мне кажется, я сейчас ничего не сделаю, потому что вот под нами где-то, да? Да. И тут вода везде, по-моему. Там же не было никаких. Нет. Рычагов я больше не видела. Что нам теперь на другую сторону? Типа, просто видишь, там мы не можем запрыгнуть. Я тогда не понимаю, что они от нас хотят. Так, тут я был, да? Уже? Я не помню, меня сейчас тошнит, я не могу пока смотреть. Мы тут опыт вроде бы взяли и освободили, да. И запустили что-то там, тра-та-та. Ой, и вроде бы цвета такие, конечно, красивые, наркоманские. Ой. Тебе что, не нравится? Ну, я сейчас блевану. Представь, как кого ему. Да это вообще пиздос. Так, ползем, ползем. Сейчас, а вот внизу там вот. Куда? Там вода. А, вот это? А, стоп. Это выход. Это выход. Ну и вот там можно энергию взять и все. Там, правда, какой-то кончик есть, но как туда попасть? А, по грибам. Ну, сейчас поднимемся, значит. Изи. Вот здесь вот. Ну да. Через блевостку. Ага. Ой. Типа, туда перелететь. И вот мы ползем, 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 ползем. Все, мы тут-то. Тут идти. Тут идти. Так, осторожно, тут опять эти штуки.
там штанга над ним. Опыт наверху. Ну, тут уж... Не. До опыта не допрыгну никак. Да, далековато. Они никакой нам скилл не хотят дать? Или подразумевается, что прежде чем идти сюда, мы должны были накопить на тройной прыжок? Да нет, не думаю. Блин. О! Какая-то штучка. Колючка. Вы получили новый осколок духа, с ним враги, наносящие вам урон, тоже получают урон. Ну это надо вставлять. А да? Лучше бы вампирик какой-нибудь дали. Да. Мне сейчас, типа, вместе вот этих трех. Нет, не этих, вот этих. А, вот этих. Зависалка у тебя, деф и притягивание ресов. И по мне так это лучшие это скиллы вот, в игре. Да, пока что вот. Ну, блин, а вот теперь-то я не знаю, куда идти. Ну вот да, вот как вот забрать? Так. Что делать? Это я не могу забрать. Туда я не могу. По центру наверх идти, там тоже там такой трэш вообще. Видел, да? Да. Там колючки между вот этой шахтой верхняя. А! Ой. Видишь, как его хвостик болтается? Давай, маленький милый парус. Ой. И как? Хороший вопрос. Как туда попасть без всего? При этом там есть рычаг. Может быть, к надо вернуться и колючки там это вот. Мы набрали 4, 5. Нам надо 5, у нас 4. А. Будь здоров. Блин. Ничего страшного. Блин, да. Я что-то вообще не очень понимаю реально, что делать. Нам на самом деле до тройного прыжка-то остается почти чуть-чуть. А мы все, мы точно нигде ничего не сможем сделать вот там вот, да? А! Так, ну это. Тут вроде ничего нет. Были. Мы тут очистили, и колесико начало крутиться. Блин. Я даже вылезти же отсюда теперь не могу. Туда я не могу, туда у меня не получается. Ну, либо я криворукий. А еще у нас хп нет. Сделай body to mind. Вот тут две энергии, только сначала сделай body to mind. Можно каким же стать смотреть. Да, блин. А вот это нельзя разломать? Чё, рили? Жесть какая-то. Проверяй все стены. Не знаю, что делать. Хоть трешня какая-то.
Здесь мы с этим сражались, да? Такой орангутан, этот фиг пойми, кто он там, монстр этот, который похож и на расу, который дедушка, да, вот этот строитель. Но, типа, он плохой. А-а-а! Он опять тут. Ну, хоть опытный нам понабивали. Это жесть у нас кидывает. Почти набрали. Там мы были, все сделали, да? Ну да, тут вообще по карте все. Потайных комнат нет. Нет, если может они есть. Ой. Тихо. Я там за что-то зацепился, что ли, сейчас не понял. Не знаю. Да, это все не крутится, но наверх как-то вот что-то вот. Ну вот явно оно, скорее всего, должно крутиться так же быстро, как нижнее, да, чтобы нас запустить наверх. Как идрит его запустить? Очистить? Мало. ХП нет. Мало осталось. Ты та! Малыш. Вот линии, да, они куда ведут? Туда куда-то. То есть очищать надо там, но мы туда не поднимемся. Да. Я сейчас прям вот. Так, хорошо, а просто тупо вот на эту фигню запрыгнуть мы сможем? Нет. Нет? Нет. Снизу-то? Нет? Нет. Ты уверен? Сейчас вот так вот. Оу. Во. Вот. Тихо. С молотком осторожней, тебя носит иногда с ним. Два начали крутиться. Хорошо. А нам на самом деле надо, чтобы крутился тот. Опа. Это мы удачно зашли. Опа, 2030. Почти набрали. Нас там чуть выше ждет картограф. И комар. Меня тошнит. Возможно, он нужен. Я пока не готов. Окей. Тут тоже куда-то самозапускаться, страшно сказать. А есть там внизу жесть какая-нибудь? Картограф, видишь, наверху? А может, с него запускаться? Картограф. Так. Не та кнопка. Блин. Не. Надо, наверное, как-то допрыгнуть вот до этой стеночки, типа. А, о! Картограф. Нифига, он живет везде. Угу. Он сейчас скажет, карта 200 будет стоить. Нануш, оно мим? Оне. А, и на жуко? 150. Ну что, покупать? А, я уже купил. Покупать. Тут дом какой-то кругом. Фиг с ним, ладно. 150 пока еще не так много. Гони давай. Господи, я Ори иногда даже не вижу вообще. Он такой яркий. О, мать! Что открылся, что-то пропустил. Все. Вот это и вот это. Все, тут больше ничего нет. Ничего нет. Жесть. Осторожно. Внизу там вроде бы нет шипов. Жизнь дали. Так. Большие эти самые. Не поняла. Это еще какой-то переход? А, жизнь у нас есть. Да, это какой-то переход, вход, выход.
Это вот мы куда-то в другую часть попадем. Так он не пока работает, не работает, да. Значит, тут туда, да, до конца доходим. Бешеная белка. Давай! Да хорош! Вот это... Нормально. О, как он удержал? Ты это видела? Угу. Нет, мне все-таки меч нравится больше. Ну да, ну вот иногда бывает вот... Так, там рычаг. Надо туда будет как-нибудь попасть справа. Видишь? Да, ну пока... Как я пока не понимаю. Пока Шуруй, ладно. Так. Липкие эти цветочки. Ползем, ползем, ползем. Фантомных комнат нет, да? А. Не ломается? Нет! О, скилл. Дерево. Божечки, какая красота. Так, ну, что-то тут. Прямо смотрим. Притяжение. ЛБ. Так, посмотри, пожалуйста, где эти скиллы, и Идрит, не путай их. Нажмите ЛБ возле крюка или синего мха. ЛБ. Только не говори, что у тебя нет таких кнопок. А, вот это я не дочитала. Возле крюка или синего мха и типа нас притянет. А, вот. Вот. Синяя штучка. Видишь, тебе показывают? Вау. Это вот эти синие цветы для этого? Тихо. Возле крюка или синего мха. Я думаю, синий мох это липкий. А тогда это крюк типа называется. Вау. Вот это рейндж. Ну хорошо. А там над деревом случайно никакой комнатки нет? Ты чувствуешь моё чутьё, да? Окей, а что дальше-то? Как выйти отсюда? Тебе дали скилл, шуруй обратно. Ну, вообще-то крюк бы... Где? Не вижу никакого крюка. А, вот, видишь? Ну и как я туда должен? Не туда. Вот это рейндж. Понял. А, синенький вот для этого. Окей. Лассо такое подтягивающееся, да? Вот это... Ты видишь этот рейндж вообще? Нет, это, конечно, круто. Но у нас Ори становится прям какой-то имбой. Ах, слава богу, там внизу все нормально. А, он не держится. Он не держит, понятно. Это за мох он держит, а за эти нет. И следующий. С этой стороны пробую вот так по диагонали. Сейчас, подожди. Вот с этого. И раз. Шикарно. И вот теперь мы открыли портал. Вот почему нас не пускало. Мы должны были взять этот скилл. Ну да. Да теперь у меня другой вопрос. А там не было ли каких-нибудь у нас мест? А стопудняк были. Эти фонарики, они висят уже очень давно. Да. Комар смотри, смотри на опыт, на опыт смотри. Опыт летает за нами. Мы теперь с кометкой. А, боже, как это же вообще рофл. У картографа мы были, он нам не нужен. Наверху не были. Вот тут. А, зёпа. А как?
А вот так. А, или были, не помню. Вот мы были. А почему показывает, как будто какой-то... Вот открой карту. Можно карту из этого состояния открыть? А, нет, это вот это серое. Да, мы олени. Шух. Ух ты. Вот, вот тут надо самозапуститься куда-то наверх. Боже, какая жесть! Ну! Да, вертуханы, блин, все крути! Да что ж за твою мать? Я не понимаю, куда лететь. Сейчас блевану. Сейчас коня двину. Ну я не прям не долетаю. О. И вот. На. О, это было круто. Не, ну как-то туда аж можно подняться-то. Я... Блин. Я... Вот, знаешь, как будто он уже вот чуть-чуть, вот, ну чуть-чуть. Ага, тройной прыжок. Да, есть такой. Ладно. Сдаюсь пока. Значок там какой-то. Да и да, я вижу. Рычаг. А, может, так рычаги обозначаются? Наверное. Да, господи. Может, надо немножко на упреждение. Вот, хопа. Да на упреждение уж, знаешь, сколько раз прыгал. Зато получилось с первого раза. Мы снимали унитаз. Вот у меня очень массу вопросов вызывали вот эти нижние пещеры. Крути как не в себя. А, во. Фрагменты чайки энергии. Тихонечко. Тихонечко. А, у нас внизу что-то смыло в правой, да, по-моему, стороне. Вот, да, вот тут, где мы, собственно, не... Видишь, серенькое. На! Потому что, видишь, половина колес до сих пор не крутится. Здесь, по-моему, была платформочка-то. О, мама мия. Вот тут оно все и смылось. Так, окей. Так, сейчас. Что там? Просто падать вниз, да? Осторожно. Там улей! Ядрит их сколько? Они сейчас тебя увидят, и хана. Жесть. Боже. Капец. А жить-то как? Они же бесконечные. Восполнили 2000. Они спамятся постоянно, это капец. Тут на скорость, мне кажется, что-то надо делать. От них может куда-то вот сбегать, улетать. Так, еще ячейка жизни. Взяли, бежим нафиг. Один летит. Утонул. За эту на всякий случай зацепись, проверь, нет ли наверху комнат. Комнат нет. Об этих товарищей нельзя вот туда вправо, чтобы, ну, как бы,
отстрелиться от них, попасть сначала вот на эту штучку, да? Ой! Это что за подстава была? Там вроде не было колючек. О! Рычаг. Йоу. Может, мы еще воду спустим? Я что-то ничего не понимаю. Он вертится в две стороны. А, это верхнее колесо, да. Господи. Чё, не важно, в какую сторону двигаю. Ну, наверх упирает. А так... Он крутится. Окей, смысл пока не есть. Наверное, надо, чтобы крутилось. Вот мы когда пришли, как рычаг стоял? Не прямо, да? Он, нет, он стоял прямо, но видишь, он... Неважно, влево или вправо я его двигаю, угу. Там постоянно все одно и то же. Угу. Комар. Чупакабра. Я потерял себя. О. Нашел. Я тоже, если честно. А, я понял, что оно хотело от меня. Ну, если подскочите кнутом. Нет, да. А б комара? Было красиво. От души. Не делай так больше. Эти, это тоже колючки. Водоросли вот эти фиолетовые, не знаю, что это. Так, хорошо. Опыт комар! Окей. Шест. Оу, оу. Все, иди отсюда. Вот эту фигню вот нельзя разломать, не бери. Во, а вот с этой вот стороны ее можно. Да. Ну и все, мы вернулись, мы сделали круг. В общем-то. Там мы уже были. Единственное, что у нас не все крутится. Но... Фиг знает. У нас вот еще вот здесь, вот видишь. Ну нам надо в этот портал. А, вот эта траншея не исследована. Угу. Так, окей. Точно? Угу. То, что, смотри, есть вот такие тоже, видишь, серые тона. Нет, она совсем серая. Ну, вроде да. Ну, давай пойдем потихонечку вот этот туда траншея, портал, и переходим, видимо, в другую часть мельницы. Как-нибудь body to mind. Ну тут у нас вода до сих пор. Стоит, а, это внизу, вода. Стоп. Да. Сейчас. Ой. Тогда проверим, что у нас здесь еще раз. А, цветочки. Вау. Ну мы отсюда пришли же. Ну там мы брали этот скилл, не скилл, не помню. О, опыт. Теперь мы можем его взять. Да. Так, слушай, это а мы вот... проверили, и последнее вот это место осталось. Фонарь. Рычаг. Ага. И... Это вот дырочка? Ага. Вау. ХПшечки. Да, это не к добру. Энерджи. Не, ну мы тут так-то все. Ну мы зачистили, да? Все зачистили, да. Ну все, ну и все, можно заканчивать. Смотрим, эту серию. Куда нас портанет. Так, сюда. Здравствуйте. Все, тогда все остальное продолжим в следующей серии. А, да. Всем пока.